комитет, значит, вместе с... До 17 года вся почта входила в органы внутренних дел. Поздравляю вас. Надеемся, что вы будете настоящим примером для всех почтальонов и для всех граждан нашего Нижнеудинска. И огромное спасибо, что вы нам оказали помощь в раскрытии этого преступления. Поздравляю вас. Отдел полиции не только является, скажем, карателем органов, но и много внимания мы обращаем нашим гражданам, те, которые уделяют внимание, оказывают нам помощь при раскрытии уголовных дел, можно сказать, преступлений и правонарушений, пресекаемых нарушений. Большое спасибо вам от личного состояния. Ну, наступило утро, я пришла на работу, потом пошла я пенсию носить. Зашла к дедушке к этому, выплатила пенсию. И там сидел молодой человек. Я потом пошла на 5-й этаж пенсию выплачивать, спустилась и услышала, что он там хрипит. Ну и вызвала полицию, сбежала с этого 3-го этажа, напугалась, а как меня затрясло. августа 2017 года, в час дня на телефон дежурной части 02 поступил звонок от взволнованной женщины, которая сообщила, что по улице Крузуновска в одной из квартир доносятся посторонние шумы и крики. Дежурный выяснил обстоятельства и незамедлительно направил экипаж наружных нарядов, в связи с чем при грамотном реагировании был установлен человек и возбуждено дело по статье 105, часть 1.